Оксана, я все-таки не понял, а что это за штука такая? Да это моя штука, которая память стирает. А как она работает? Ну давай покажу. Ген, убери на мою полку, где косметика. Угу. Оксана, я все-таки не понял, а что это за штука-то такая? Да это моя штука, которая память стирает. Да, как она работает? Ну давай покажу. На, убери на мою полку. Где косметика? Ага. Блин, надо батарейки поменять. Ген, ты что сидишь-то? Что сидишь, говорю? Что случилось? Ты что не знаешь, что ли? Что? Да на Землю метеорит летит, астероид. Мы сейчас все погибнем, вся планета, блин. Фу, слава богу. В смысле, слава богу? Слава богу, что вся эта фигня скоро закончится. Ой, Оксана, тебе сколько супа положить? Ну, положи маленечко мне. Так, маленечко, сколько же это маленечко-то? Ну, хлебушек. Ген, представляешь, там у нашей соседки Маринка, которой муж вернулся из командировки сейчас. Представляешь? Так он же должен был завтра приехать. Вот именно, завтра. А он сейчас приехал, а она там с любовником кувыркается. Он ему репу дочистил, этого любовника сейчас в больницу увезли. Представляешь, ужас какой вообще. О, машинка постиралась. Пойду белье развешиваю. Вот действительно ужас. Это что получается? Если бы он вчера приехал, то в больницу меня что ли увезли? Геночка, а ты будешь чай? Да, Оксаночка, буду. Эй, жена! Ну-ка быстро налила мне пиво и принесла сюда! Быстро! Ну бежи, повыпендриваться! Покажи, что это водит! Здравствуйте! А вы собаку еще продаете? Добрый день! Вам суку? Не, мне суку не надо! Мне нормальную собаку надо! Ну что, дурачок что ли? Сука, это пол собаки! Мне не надо пол собаки! Мне нужна целая нормальная собака! Дура какая-то!